Свято майстерності і таланту. Так, експозицію авторських ляльок називає власниця галереї Ольга Гречуха. Цей творчий шлях жінка обрала понад 10 років тому. Ще довше вона займається колекціонуванням авторської ляльки. У лютому її галерея в Запоріжжі відзначає третій рік свого існування. У меня было две персональные выставки в Запорожье, и я, знаете, они меня еще более подстегнули к тому, что необходимо знакомить гостей с тем, что же такое авторская кукла. С вот этим огромным сектором, потому что он совершенно был не познан. Открываясь 3 года назад, мы начинали, представляя 17 мастеров из разных городов Украины. На сегодняшний день это 40 мастеров, из которых только 3 професіональні художники. Минулого літа галерея змінила свою адресу. У новому приміщенні по вулиці Патріотичній 3 зали. В першій представлена експозиція з більш ніж 200 ляльок. Всі вони різні за розміром та матеріалом. Ляльки з порцеляни, пластику, біокераміки на основі солоного тіста, в'язані та плетені з воску та металу, хіба що дерев'яних тут не знайти. Кожна лялька неповторна і, окрім знань і навичок, вимагає неабиякого терпіння. Приходя в куклу из фарфора, мы должны освоить еще несколько специальностей. Мы скульпторы, потому что из скульптурного пластилина мы создаем модель. Затем мы формовщики, мы снимаем с модели гипсовую форму. Через гипсовую форму мы льем фарфор, это жидкость. И уже когда он чуть там отвердевает, мы его вынимаем из формы. Процес створення такої ляльки може тягнутися місяцями. Складними вважаються і так звані гіперреалістичні та вікові ляльки. Нужно знать анатомию, да, вот как мы стареем правильно, куда у нас что там меняется. Плюс, знаете, не допустить вот этого утрирования, когда ну, просто пожилое лицо превратится ну, в вздутый шарик. Знаете, есть гости, которые там, ну, как-то к старости относятся осторожно. И для того, чтобы, знаете, своими куклами еще не усугубить их отношение к себе там, взрослому, конечно, мы чувствуем ответственность и поэтому стараемся... Ну, вы знаете, сделать возрастную красивую куклу, чтобы, глядя на нее, ну вот, это была эмоция, там, какая-то сопереживание, да, либо какой-то мудрости. Серед сотень ляльок, представлених у галереї, є й роботи чоловіків, а це рідкість у даному мистецтві, каже пані Ольга. Серед інших їй вдалося поповнити колекцію ляльками одеського майстра Олександра Бесарабова. И когда идет презентация какой-то работы, вот бывает так, ты на нее смотришь и прям, ну вот ты влюбился в эту работу, она прям у тебя зудит в голове днем и ночью. Вот прям эта работа, ты ее рассматриваешь там в деталях. Вот так было с ювелиром. Когда Саша ее презентовал, ну просто, знаете, ну вот в самое сердце, что называется. Фрунзик Мактырчан, это, ну знаете, вот кто любит советские фильмы, но этот актер, он вообще никого не оставляет равнодушным. Я обожаю Фрунзика Мактырчана, поэтому даже вот это турок, ну, в образі, поэтому, конечно, теж я його забрала. У другій залі ми бачимо перехід від сучасних ляльок до музейної експозиції. Всі вони виконані в техніці будуарних ляльок, яким понад 100 років. Такими не гралися, вони були іміджевим аксесуаром. Серед них є унікальна лялька з 5 обличчями. Какие бы поисковики вы не задавали на английском, на немецком, ну на каком хотите языке, 5-ликая кукла будет только моя. Нет больше. Я очень долго искала информацию по фабрике, которая ее выпустила. И в каталоге в одном нашла буквально одну строчку, где написано, что фабрика просуществовала всего лишь год. Кукла выпущена в Америке в 1920 году. У нее есть клеймо, поэтому там, ну, это точная идентификация. Третю залу власниця галереї називає залою ностальжі. Тут зібрані ляльки радянських часів з 60-х по 90-ті роки. Це ціла епоха установлення лялькової індустрії, каже Ольга Гречуха. Как правило, все находят игрушки своего детства. Это та эмоция, которую мы уже нигде не возьмем. Это... Знаете, те воспоминания, которые, наверное, самые добрые вообще, потому что они были беззаботными. Колекція постійно поповнюється завдяки небайдужим запоріжцям, які охоче діляться ляльками свого дитинства. Теж стосується і колекції ялинкових та новорічних прикрас. Особливо приємно, каже пані Ольга, коли до цієї справи долучаються маленькі відвідувачі галереї. От у мене був потрясаючий в гостях мальчик Давид.
который пришел со своей мамой. И вот в обмен на маленькую обезьянку из конструктора Лего советского, вот он мне оставил вот такого замечательного динозаврика, который игрушка еще его бабушки. Поэтому я Давиду сказала, что он у меня здесь живет и ждет его всегда в гости, поэтому обязательно к нему возвращайся и даже бери его к себе в гости. Марія Маракелян, Олександр Гоц, ТВ5.